Зухвалого зловмисника вдалося спіймати правоохоронцям Одещини. В Біляївський відділ поліції надійшли заяви від іноземців, які приїхали в Україну на відпочинок. За словами туристів, вони стали жертвами грабіжника. Біляївський відділ поліції на протяжении последних двух недель стали поступать сообщения о совершении разбойных нападений на туристов, которые передвигаются автостопом. В ходе следствия нами было установлено, что к жертвам подъезжал злоумышленник на автомобиле Honda черного цвета, после чего им предлагал подвести их к пункту назначения и через определенный период вывозил их в лесополосы, где под угрозой применения огнестрельного оружия завладевал имуществом граждан. Его злочинні дії назвати винахідливими неможливо, адже в результаті цього люди залишались без особистих речей. Забирал сумки. У кого? У туристов. При каких обстоятельствах забирали сумки у туристов? Подвозил на машине и забирал. На каком автомобиле? На Хонде черный. Участок дороги, где вы забирали? На Киевской трассе. Сколько было примерно, если вы не помните, или если помните точно, эпизодов забирания личных вещей граждан? Где-то 5-6 там. 5 или 6? Ну, где-то в таких пределах. Что было из вещей, которые вы забирали? Это личные вещи там. Из техники что забирали? Пистолет откуда взял? Там, блин, это... Телефоны два было и все. А так все мне давали. Фотоаппарат? А, да, один фотоаппарат был. В ході проведення пошукових заходів поліцейські отримали інформацію про можливу причетність до вказаних злочинів 33-річного жителя села Холодна Балка Біляївського району. Як з'ясувалось раніше, чоловік був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. В ході проведення санкціонованого обыска по місту його жительства були изъяты, а именно орудия преступления, пистолет, а также вещественные доказательства, а именно документы и имущество граждан, которыми он завладевал. В настоящий момент нами начато уголовное производство по статье 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбойное нападение. Также данный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также хочу обратиться ко всем гражданам, кто узнал данного преступника и стал жертвой от рук злоумышленника, обратиться в Главное управление национальной полиции в Одесской области. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.